Ну и пару слов хотел добавить уже не крутя на велогенераторе. Вот, смотрю я в это окошечко, любуюсь природой. Когда, естественно, тренируюсь раз через день, 1 часок покручиваю зимой. Вот. Купил я такие аккумуляторы. Это от ноутбуков. Много ноутбуков, так сказать, разобрал вот эти банки, взял сюда, выдрал на ламинат, сделал через переключатели. Очень удобно, нравится. Круть, нагрузка неплохая. Ну, я ставлю в районе 6 ампер на эти аккумуляторы, только на эти. Тут регулятор еще есть сюда в два положения мощности, нагрузки. Вентилятор обдувает классно, вообще супер. Потому что, ну, сильно, скажем так, потеешь, несмотря на то, что это балкон, и здесь всего лишь сейчас 12 градусов, но влажность он врет, не 25, больше в раза 2-3. Вот, такие дела. Сам механизм, вот автомобильный аккумулятор, который основной у меня подзарядка. Ну, его разрядишь, и, грубо говоря, за полчаса он заряжен. Не фонтан, короче, с ним, чисто с автомобильным. И быстро разряжается, как-то он литий все-таки лучше. Вот сам механизм всего вот этого дела. Привозит генератор автомобильный. Рабочее состояние звезда на 50 примерно. От спортивных велосипедов, спасибо, я не помню, Тоболя, наверное, Андрею Санычу, за эту звезду. Вот. Что тут еще сказать? Ну, когда включаем нагрузкой, у меня лампочки тут загораются. Ну, это как в любом автомобиле, когда включаете, скажем так, тогда идет ток на обмотку, чтобы возбудить генератор. Вот, ну вот эти аккумуляторы, это круто. Спаял я их так. Ампераж здесь хороший, надолго. Если включать свет на столу, может хватить на много-много суток, даже на максимальной яркости. Ну вот, слушай, приемник, естественно. Вот такой у меня висит, тоже с литиевой батарейкой от какого-то телефона. Вот. Плеер, приемник. Два в одном. Поломанный, так сказать, был когда-то. Но используем круть. Вот. Наушники. Очень удобно. Коробка почему стоит? Коробка такая. Ну, жалко мне балкон портить. Все-таки с цепи тут большие обороты. Аж которые идут на генератор цепь. В 10 раз быстрее, скажем, крутится, чем обычная. И поэтому я поставил коробку, чтобы не портить стены. Смазка все-таки вылетает на такой скорости, если смажешь. Ну вот и все. Краткий мой обзор закончен.